привет, хеллоу малейкум, как дела у вас? Сегодня я хотел бы вам донести до вас, точнее, какими сайтами я пользуюсь. Блин, ну тут спринтер заворачивает, я ему дорогу перекрыл. Я использую сайты для работы, для покупки запчастей, для покупки запчастей на машину. Один из первых сайтов для покупки запчастей — это автозакуп, www.автозакуп.ру. Там вы можете забить свою машину как по ВИН-коду, так по году выпуску, стране производителя, и вся машина будет по узлам, в общем, в разборе. Каждый узел, вплоть можно найти до шурупчика, я не знаю, который там вот где-нибудь вон там прикручен. Вплоть даже до такого шурупчика можно найти на этом сайте, заказать. Если вы живете в городе Уральск, то доставка с Москвы займет 3 дня. Придет склад основной у них, получается, в Москве, с Москвы в Уральск 3 дня. И с Уральска до Чимкента где-то дней от 3 до 6 дней, в зависимости от праздников и выходных. В общем, я заказал подушку на АКП-коробку. И здесь я не мог найти машину рестайлинг, даже на разборе я не смог найти, потому что у них идут до рестайлинги. В общем, я заказал с сайта автозакуп, подождал где-то в районе 10 дней, так как я тоже сглупил, я заказал с Актобе. Она сперва с Актобе пошла в Алмату, как мне объяснили, потом с Алматы в Уральск, потом обратно сюда. В общем, я потерял немножко по времени. Так. Заказываешь, ждешь примерно где-то около 10 дней, если товар был в Москве, придет в Уральск через 3 дня, с Уральска до Чимкента где-то 6 дней. Уведомление вам на почту или позвонят вам, скажут, посылка пришла. Идете в своем городе, ищете, созваниваетесь с менеджером автозакупом. У меня в моем случае в Шымкенте он находится, Сайрамская Некрасова, вот этот магазин. Сейчас я зайду, я уже созвонился с ними, они мне просили подойти и получить мою запчасть. В общем, пошли, будем получать. Сейчас я вам все покажу. Ну, вот здесь и наличие кое-какие запчасти. А запчасти у вас на все автомобили, да? А? Запчасти на все автомобили продаете? Да, вообще. Фирменный пакетик, артикул. Да, пришла не опора, а сайлентблок к опоре. Ну, ничего страшного. Спасибо. Спасибо. Блин, чуть-чуть расстроился, но да ладно. Невелика потеря, и в крайнем случае можно будет, наверное, я так думаю, возврат сделать. Я думал, что будет подушка на КПП, но в поисковике там было написано сайлентблок. Ну ладно, да ничего страшного. Просто придется перепрессовать, мне кажется. Сайлентблок пришел. В общем, без корпуса подушки. Вот. Чем крепится, у нее еще здесь такая фигня какая-то железная. Она к раме крепится. Два здесь, два снизу. Четыре крепления должны быть. А это уже сама коробку держит. В общем, пришел сайлентблок. Ну, я поговорил, вроде бы можно будет сделать возврат, обмен, что-нибудь можно придумать. В общем, ничего страшного. Цена такого сайлентблока 13 тысяч вышло. 13 копейками даже. Все, сейчас поедем получать еще две посылки с AliExpress. Про AliExpress вы уже, наверное, знаете. Особо рассказывать мне нечего. В общем, любой товар с Китая, который здесь трудно найти,
вы можете заказать, сидя у себя дома, при помощи простого смартфона. Конечно, такие дорогие покупки я не делаю, максимум до 10-20 тысяч. Весь товар приходит. Единственное, одна посылка затерялась у меня в момент карантина, когда у нас было ЧП, выходить из дома нельзя. Посылка пришла, пролежала 45 дней на почте и уехала обратно в Китай. Вот такой момент у меня был. И продавец закрыл магазин, и у меня сейчас ни возврат денег не пришел, и ни посылки. Поехали на почту, получим еще две посылки с AliExpress. Я вам расскажу, как пользоваться сайтом AliExpress, как проверять проверенных продавцов, хороших продавцов, как покупать дешевый товар, на что нужно обращать внимание. По поводу автозакупа я сделаю скрины, прикреплю к видео, как сайт работает, какой это сайт, как выбирать запчасть на автомобиль. Все это я постараюсь прикрепить отдельными фотами, видео в виде скриншотов. Погнали на почту. Ну вот, приехал в отделение почты Адырбекова 34, у меня сюда поступила посылка. Сейчас одену маску, так как все-таки масочный режим, там общественное место считается. Пришло мне две посылки. Сейчас пойдем получать. Так, вкратце объясняю. Смотрите, скачивайте приложение AliExpress. Наверное, уже его каждый знает, что существует такое приложение. Есть еще Alibaba, похоже, но Alibaba, оно для оптовиков. Скачивайте AliExpress, регистрируйтесь, привязывайте карточку платежную Visa Gold какую-нибудь там. И все, ищите товары, заказывайте. И там есть, указывает продавец, срок доставки товара. Если вас устраиваете, можете ждать товар. Не устраиваете, можете аннулировать ваш заказ, просить возврат средств, открыть спор. Так, дальше. Для проверки проверенных продавцов и дешевых товаров, тот товар, который пользуется большим, наибольшим спросом, существуют различные приложения. Ну, я никогда их не использую, но одно из них я уже скачивал, пытался им пользоваться. Letyshops называется. Он отыскивает более проверенных продавцов, у кого были сделаны покупки в ближайшее время, максимально продал товара по цене. Также вы можете смотреть, открыть любой товар и смотреть отзывы покупателей, что они пишут, соответствует ли товар, какой был товар, за сколько он пришел, там все. Вот я получу посылку, я иногда оставляю свой комментарий, если она мне действительно понравилась, я пишу: да, посылка была шикардос, пришла вовремя, даже раньше, качество соответствует заявленному продавцом. А если мне товар не понравился, я им пишу: беспонтовый товар, не покупайте, вообще ужасное качество, в таком роде. В общем, можете смотреть под товаром, есть такой парапункт, что ли, я не знаю. В общем, высвечивается количество проданного товара, следовательно, этот продавец уже надежный, раз у него покупает много людей. В общем, где минимум 20-30 продано, там старайтесь заказывать, а где 0-1, там лучше не покупайте. Бывает, я слышал, что кидники, товар не доходит, возврат денежных средств не производят. Еще такой нюанс есть, что у нас в стране отследить товар можно со стандартным номером, есть номер, что ли. В общем, у нас первые две латинские цифры, дальше 9 цифр и сзади еще две латинские цифры. В общем, товар
товару должен быть присвоен именно такой номер. В этом случае вы его сможете отследить с помощью приложения PostKZ или там китайский есть уже прямо на сайте не приложение, а поисковик товара, вот где вы товар зайдете, там можно будет, есть такая функция отследить товар, нажмете и он выйдет, где он сейчас на таможне, там в Алмате, в Китае, в общем его история доставки вся отобразится. Такой нюанс не забывайте тоже. Если присвоили какой-то нестандартный номер, пишите продавцу, чтобы он поменял на стандартный. А продавцы в основном все общительные, отвечают на ваши смски. Все, идем в почту, забираем мои посылки. И я вам покажу, что получил. Это жесть. Мне как всегда везет. Терминал не работает. Огромная очередь. И один оператор. Такие ряды у нас есть, 3-4. У меня второй ряд, 202 ячейка. И еще так по фамилии. Не мое сейчас нашел. Блин, здесь оказывается одна, вторая в другом отделении почты. День посылок сегодня у меня. Обожаю такие вещи. Хоть и мелочь, но приятно. Вот я вам сейчас покажу, что я получил. Смотрите, косточек, сколько здесь, не помню, 100? Нет, 100, наверное, нет. 50, кажется, 50 косточек я купил за 800 тенге. Качество обалденное. Качество отличное, смотрите. На, для Мазды вроде бы покупал. Они, знаете, никогда не помешают. Они всегда нужны любой машине. Вот такие косточки. Видно вам хорошо. 50 штук за 800. Я точно не помню, сколько штук. Но смотрите, здесь их 50, я думаю. 800 тенге, цена вопроса. Почему бы нет? На базаре я одну покупал такую, где-то 200 тенге. Ну ладно, если там 100 раз базар обойдешь, по 50, по 100 найдешь. А так 200 тенге стоит одна косточка. Вот смотрите вам, какая экономия, ребят. Едем в другое отделение почты. Там уже будет посылочка поинтереснее. Поехали. Это поинтереснее. Ребят, сейчас все вам расскажу и покажу. Отличная тема пришла, которая мне нужна. Сейчас мы ее вскроем. Дойдем до машинки вон туда и открою вам. Скрываем ее. Китайцы упаковывают отлично чё-чё товар. Смотрите. Хотя не очень упаковал тоже. О, черти, а? Ну ладно, главное, чтобы было целым. По сути, эта посылка пришла не для меня, ребят, а для вас. Смотрите, что пришло. 4К Sports Ultra HD. Ultra HD. Почему? Ну, 4К правильно я заказывал. Wi-Fi камера. Должна быть Wi-Fi, нигде не написано, да? Нигде не написано. Ну да ладно, посмотрим, повредилась ли их посылка при транспортировке. И что в наборе видим? В наборе какой-то ремень, USB-шник, крепление, еще два каких-то крепления. На лоб, под лоб можно, на велосипед можно. Самое главное, она водонепроницаемая. Ребят, ничего не повредилось. Но смотрите, пленка внутри затерта, вам видно? Как будто товар бэушный. Внутри пленочка потертая и вот слазит. Да нет, все пленки на месте защитные. Вроде бы не повреждена и вроде бы товар нормальный. Все. Посылка пришла, моя долгожданная камера. Теперь с
теперь видосы будут намного интереснее, качественнее, красивее. Буду уже нормально снимать вам. Ага. Монтировать интересные такие юморные видосы буду делать вам. А то все время я снимал на телефон. Все, ребят, на этом все. Вот такой был видеообзор. Какие сайты я использую для ремонта автомобиля. Покупаю запчасти на автозакупе. Различные ништяки, которые мне нужны. Даже запчасти для ремонта бытовой техники я тоже заказываю с сайта AliExpress. Релюшки, платы на холодильник. Здесь их найти практически невозможно. Если найдешь, цена в 4-5 раз будет дороже. А на сайте AliExpress кое-какие запчасти есть. Заказывайте, не бойтесь, пользуйтесь. Ну, мне интересно, знаете, иногда бессонница. Открыл телефон, сделал покупки, не уходя из дома. Вплоть, знаете, от чего? До одежды, кроссовки я заказал зимние. Ну, уже у нас зима кончается. Можете носки, трусы, начиная от одежды, кончая интимными штучками. Даже интимные какие-то, вот если вас интересуют, штучки, которые продают в секс-шопе, вы можете их заказать в AliExpress, чтобы не ходить в магазин, не смущаться. Вы можете, сидя дома, заказать, и посылка придет вам на почту. Получите смс-уведомление, пойдете и заберете посылку, как сделал сегодня это все я. Всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комменты. Обязательно отвечу. Всем пока-пока.